Приветствую, дорогие зрители, с вами Делерон и Мини-кошка, скажи привет. Приветик, мяу. Приветик, мяу. Продолжаем говорить Lucky Sky Wars с лаки-блоками, хотя здесь и лаки-блоки, и всякая фигня. В общем, мы все еще не можем зайти на касти, так что пофигу вообще. Так, куда мы пойдем? Мы можем, к примеру, зайти, давай правую верхнюю, там где 200 или это 208 что ли, видишь его? Да, так, давай, захожу, заходим. Зашла. Так, мы с тобой зашли, по идее, кого-то выкинуло, простите нас. Зато нам не нужно стоять и долго ждать в лобби, пока здесь будет голосование, бла-бла-бла, там же где-то секунд нужно будет 60 обычно тупить в лобби, ждать, пока все проголосуют, а у нас раз и все. Так, начало. Так, это где? Мы где-то на воздушном шарике появились, ничего себе. Что, так, вниз я слезаю. Копаться? Да, можешь либо копаться, либо слезаться. Так, у меня сразу есть нормальный меч, всякая фигня неплохая. Так, это мне не нужно. Фух, я думала, сейчас шапочка умру, потому есть. Что я чуть ли не убил. Убирайся, живись, живись, кошка, живись. Так, мне нужно ломать все и добывать что-то полезное. Крипер, ты что, дурной, что ли? Зачем, зачем, зачем ты пришел? Блин, крипер чуть меня не ушатал. Здесь, оказывается, это еще прикольно. Вход был. Ну. Перышко, перышко! Перышко? Будь очень осторожна с перышком. Ты когда летаешь, оно суммирует падение. То есть, чем дольше ты находишься в воздухе, стоп. Тем больше ты получишь урона. Делерон, при ты возле приземлении. Меня напротив меня. Опять что ли? Вот, мы смотри. С тобой как бы зашли одновременно. Так, где, где? Не в эту сторону. Вот, я так вижу. Вот вижу, безумная кошка. Так, стреляй. Хорошо. Ой, стреляй в меня. Стреляй. Стройся ко мне. Так, я ломаю. Нет, ты стройся ко мне, пожалуйста. А, я получил дополнительное сердечко, как круто. Так, зелье яда, зелье урона. Ну хорошо, я к тебе простроюсь, но нам на самом деле нужно другую сторону. Алмазный меч тоже получила. А у меня есть дополнительный нагрудник для тебя. У меня желудок есть, мясной желудок. Так, короче, ты выкапывай весь остров. Я буду пока добывать только лаки-блоки, которые я вижу, и всякую фигню. И буду строиться сразу на кого-то нападать. Алмазные поножи и алмазные штаны сразу же. О, блин, хочу. Я могу поделиться, иди хочу, сюда. Хочу, 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 хочу. Так, может, я хотя бы алмазы найду? Я сейчас себе, алмазный наверное... нагрудник! Алмазный нагрудник? Да это нечестно вообще. Я, правда, уже почти весь одетый в железо, но все равно нечестно. Нечестность, есть, нечестность. А, так, один починить нужно. Так, здесь починить нужно. Мне нужно дерево немножко добыть. Так, древесинка, всякая фигня. По идее, на дереве тоже лаки-блок должен быть. Еще один алмазик. Да это незаконно, кошка. Это незаконно, ты нарушаешь законы физики. Так, здесь был меч это получше, отлично. Делерон. Рандомчик Делерон. У меня для тебя есть алмазный меч. А, блин, так у меня есть всякая фигня. И, наверное, я сейчас займусь все-таки изготовлением верстака. Потому что мне верстак чисто очень нужен. Так, кошка, к тебе вроде пока никто не строится, но кто-то строится на центр, так что будь осторожна. У меня для тебя есть еще, знаешь что? Не поверишь, цветочек. У меня для тебя цветочек. Штаны есть. Не, штаны мне, по идее, не нужны. Ладно, штаны нужны такие. Алмазные? Так, хорошо. Так, что я ты хотел? Вот идешь ко мне? А, так, я делаю себе лук. Неправильно делаю себе лук. Вот теперь делаю правильно себе лук. Пум-пум-пум. И готов мой лук. Так, это нафиг. Лопатой никогда не пользуюсь. Где-то вообще мне сложить все нужно. Так, это все мне не нужно. Блин, к тебе идти. Я боюсь тебе идти. Перьев у меня больше нет. Ну, если захочешь алмазные штаны, придешь. Ну хорошо, так это точно ты? Да, это ты. Тогда я к тебе начинаю строиться. У меня блоков, в принципе, есть. Так, есть у меня блоков. Начинаю строиться. Кто-то упал только что. Безумные какие-то люди еще падают. Все, алмаз, офигеть. Блин, офигеть. Ну я, в принципе, не пытаюсь ничего добывать. Я сейчас просто к тебе строюсь. Правильно еще строюсь? Алмаз. Так, немножко неправильно к тебе строюсь. 4 алмаза. Я боюсь, что ты потом, когда будешь за мной идти, свалишься нафиг. А знаешь, у меня есть зелье поушен. У меня тоже есть зелье отравления, зелье моментального урона. Зелья всяких кошек, блин, люди падают. Офигеть, 30 просто стрел. Люди берут и падают. Слышишь, а у тебя есть лук? Лук, да, я себе уже сделал. А ты можешь мне дать? Ну, я могу тебе сделать. Так, давай. Здравствуйте, кошка. Блин, хочу еще это раз. Это ты? Эй, а, ты. Блин, я потерял сердечко. Так, теперь нужно добыть сердечко. Так, ну, получил вот, сердечко. Получил сердечко, отлично. Получил 2 сердечка. Так, ты мне что-то уже дала, да? Так, это мне не нужно, это мне нужно. Меч алмазный, ничего себе, ничего себе. А штаны какие-то есть вообще? Так что тебе нужно? Тебе шапку нужна. А, держи тебе шапку, я тебе шапку принес. Штанов нету, да? Нет. Ну, зато печально. Зато у меня вот это есть. Вот так, это а что есть. У тебя здесь? Надо на кого-то нападать. Надо не терять время, не нападать на кого-то. А дай мне перышко, я тебе давала перышко мое. А дай мне. Перышко? Ты хочешь сделать стрел, что ли? Так, да. Идем на мой остров, идем на мой. У меня там уже верстак есть. Только аккуратненько. Так, побежали, подожди, побежали, побежали. Боже мой. Да, я строил как безумный просто. Я знаю. Ты меня этим не удивишь. Никто не съел. Да просто беги. Так, мне нужно быстрее разобраться со всякой этой фигней. Так, разобрался, разобрался, разобрался. Стрелы готовы. Так, я избавляюсь от мусора. Ты пока осматривайся.
так, это мне все не нужно, ведь правда, ведь так не нужно, нитки уже не нужны, ты дашь, это не нужно. Пожалуйста, мне перышко. Перьев у меня нету, я тебе могу просто стрелами дать. Так, это все мусор, 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 я мусор, тебе перышко мусор. Дала. Так я тебе говорю, что я израсходовал все, я тебе могу просто стрел дать. На тебе, я не знаю сколько, я тебе 20, 19 стрел дам. Держи, слушай, он не валяется. Я понял, а что ты, спасибо, а что ты не копаешься? Куда не копаешься? Я к вниз. Тебе строился. Я не хочу вниз. Блин, мне дерево нужно было бы. Я на, к тебе держи. Простроился. У тебя есть ресурсы? Ну, только давай, так. Давай, 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 что-нибудь хотя бы. Так, 8, мало, нам этого не хватит достроиться. Так, только не строй, не копай подо мной, пожалуйста. Это было бы очень мило с твоей стороны. Я так, смотрю там за тобой, вроде бы либо никого я нет. Копаю ресурсы. Да смотри на тот остров, куда я сейчас строюсь. Очень, пожалуйста. Мне кажется, не хватит ресурсов. Может, хватит. Даже не знаю, вроде бы хватит. Вроде хватает. Никого там пока нет? Нет, это я. Так, отлично, 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 отлично. Все, я здесь. Здесь там вижу пацан курочек. Вдалеке, видишь? Так, здесь где-то пацан, который копается где-то. Он даже присел. Так, где он? Парень. Я к тебе иду, Дилерон. Я его не вижу. Слушай, он где-то здесь заныкался, что ли? Где он? Я к тебе иду или нет? Он где-то от меня прячется, что ли? Или его здесь нет? Да ты топчешься где-то здесь. Это я иду, вот я иду. Я его не вижу, где-то он вроде бы здесь был. Ты смотришь, он на нас не кинулся вообще. Он вроде бы все отсюда выкопал и ушел. Слушай, я давай наверху. Дурацкая побуду. Курица меня напугала. Фух, так. Я сама испугалась. Вижу кого-то пацанчика. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, до свидания. Блин, мне лук обещал как сделать. Как же ты выжил? Нет, все, не выжил. Ты лук мне обещал сделать. Ух, а я выкинул уже все ресурсы. Нитки эх, есть? Ты ж картошечка. Нитки есть, кошка? Нет. Ниток нету. Так, ладно, тогда сейчас сходим к пацану на остров, проверим, что там у него по ресурсам. Да меня тут тоже куры пугают, они вообще слишком много себе позволяют. Блин, пацан чуть не выжил. Так, все, у меня блоков больше нет. Я сейчас дерево рублю. Давай, рубли дерево, потому что у меня нифига полезного больше нет. Так, это нафиг, это ближе. Эта лопата не нужна мне. А, держи. Так, что мне есть? У меня еще есть 5. Ага, я сейчас могу тапки сделать. Так, спасибо, спасибо, только осматривайся. Так, вижу, пацан где-то вдалеке строится. Нет, отсюда нереально его попасть. Конечно, так что... нереально. Так, быстрее нужно простроиться. Так, куры, пошли к черту. Убей кур. Ладно, куры будут жить вечно, походу. Центру я смотрю, что. Так, что у нас здесь? Нифига полезного. Так, он к тебе направляется, он на центр идет. Так, я вижу. Да ладно, блин, да ладно, я провалился в дырку. Дурацкая дырка, я думал, что там стекло, это было не стекло. Ладно, блин, ты должна, короче говоря, выжить. Да, ты я должна не знаю, выжить. Я боюсь. Давай, я не знаю, выживай. Игроков осталось трое, по-моему. Игрока 3 человека осталось. Так, где кошка? Где кошка? Где я вообще сдох? Какой-то я пацан здесь почти. Бежит. Это ты без ой, духа дырка, я упала! Ты тоже свалилась в дырку? Да! Мы молодцы. А давай еще один заход сделаем, капец. Дурацкие дырки, господи, надо да. Же, что так не повезло. Это такое просто невезение. Вначале ты прыгнул, а потом я прыгнул. Я реально думал до последнего, что там стекло. Ого, грибочек? Ого. Грибочек, ничего себе. Так, у меня есть нагрудник неплохой, перышки сразу всякие. Шлем алмазный. Шлем у тебя со старт алмазный, ничего себе. Так, а что у меня будет полезного? Так, ну-ка, берись. Где-то здесь, по идее, должна быть еще одна сундучина. Так, сундучина. Так, алмазный рядом меч. Дилерон. Алмазный пацан меч. Пацан к тебе идет. Почти. Уже идет, что ли? Почти, да. Он так, строит. Я не вижу, так вижу, нет, не вижу. Но он же не идет. Да не, не идет, он даже не собирался, по-моему, ко мне идти. Он там занимался своими какими-то пацанскими делами. Так, я ослеп, это замечательно просто. Слепота это то, что мне было нужно, это просто моя мечта. Пока я никого не вижу, я ослеп нафиг. Так, возможно, я выкинул зря то, что тебе может пригодиться. Так, у меня слепота еще будет 13 секунд. Можно я эти 13 секунд буду жив? У меня есть один алмазик, который надо бы использовать против людей. Блин, нифига не вижу. Так, надо паутину добыть себе. Паутинка, иди сюда. Так, одна паутинка у меня есть. Наверное, я полезу вниз. Надо бы добыть каких-то ресурсов, хотя бы ну чуть-чуть. Да, так, давайте ресурсы. Что-нибудь крутое. Так, что крутое? Там было что-то крутое? Нет, ничего крутого, кажется, не было. Что-то получил, только не понял даже что. 2 алмазных меча? Это законно? У меня теперь 3 алмазных меча. Поделишься? Офигеть. Ну, если ты ко мне в гости придешь, то, конечно, поделюсь. А если ты ко мне придешь? Ну, тогда тоже поделюсь, но надо еще к тебе прийти, между прочим. Так, я нагрудник себе алмазный нашел. Так, одеваемся. Ничего больше у меня нифига нету. Так, нифига больше нету. Так, а что здесь? А, что? Блин, дурацкий крипер. Давай, взрывай, все. Так, отлично. Крипер мне показал, где еще алмазы были. И здесь я добыл еще один меч.
У меня их слишком уж много. У меня просто безумное количество мечей. Безумное количество мечей. Так, давай, крипер, давай, давай. Маленький, давай, давай, работай. Нет, крипер не захотел больше ничего взрывать. Так, а ну-ка смотрим, кто где. Я вроде бы никого не вижу. Так, кошка где-то либо справа, либо слева от меня. Здесь есть верстак вообще или как? Вроде бы верстака я здесь не наблюдаю, нифига вообще. Так, раз, два, три, не, верстака, четыре. По-моему, тут нету. Может быть, где-то он был, но я его просто не вижу. Так, я сейчас себе сделаю верстачок и сделаю немножко палочек еще. Так, что мне не нужно... Боже мой! Ты провалилась, что ли? Нет, там монстры на меня напали, представляешь? Офигеть. Так, я себе делаю быстрее лук. Так, лук, пум-пум-пум, готовчик. Так, тебя вот сюда, это мне вообще не нужно. Так, и стрелы я еще могу сделать немножненько, как раз вот три штуки. Там кто-то где-то сейчас будет нападать, чувствую, просто ощущаю на себе. Так, там никого. Я, наверное, к пацану буду строиться. Блин, у меня так мало блоков, ты себе не представляешь. Мне хватит чисто до его острова, но больше никуда. У тебя много? Тогда пытайся строиться ко мне, тебя ж никто не трогает. Давай ко мне, либо хотя бы смотри, чтобы он меня не видел. Я сейчас пытаюсь простроиться. Внизу сейчас я где? Внизу? Так, я лезу. Потому что у меня вообще ничего нормального нету. Так, меня вроде бы он пока не видит. Меня вроде бы пока никто не видит. Так, аккуратненько, запрыгиваем. Так, где этот парень, Где этот дурацкий вход? Господи, где этот дурацкий вход? Так, вот он пошел отсюда, до свидания. До свидания. Да, ты его скинул. Можешь ко мне простроиться? У меня блоков нет, я не смогу. Я тебе дам. Ты мне дашь? Блин. Может, там что-то он полезное оставил? Может, там какая-то печка или сундук? Я вниз, если что. Я буду внизу. Я у него тоже залез, там все уже выкопано. Там у меня не все выкопано, так что я буду тут. Ну, ладно. Так, а в какую сторону мне еще идти? Мне просто мало чего. Так, мне вот сюда вот нужно будет идти. Так, главное, мне динамит не поставить себе под ноги. Потому что динамит меня зафигарит. Да не будет прикольно. Там пацан фул в алмазке, а я как бомж вообще. В шапке бомжовой. Шапка бомжанка, блин. Так, надо стрелы перетащить, чтобы вот я их видел. Алмазная. Так, жратнина. Никаких зелий у меня нету, нифига нету. Где-то какие-то звуки страшные. Так, я тогда пока мусор повыкидываю. У тебя алмазный меч один, по идее, есть. У тебя есть нагрудник? Нагрудник есть? Нету. Нету? Ну, я тогда не и буду все остальное выкидывать. Нету. Так, тут какая-то девочка что-то удумала. Может, это я? Так, нет, это какая-то девочка что-то просто удумала. Так, я буду пытаться достроиться вот так вот. Может, у нее нет лука. Так, я буду стоять здесь и в надежде на то, что она ко мне простроится. Мне нужно по-хитрому встать, чтобы я мог ее скинуть. Так, здесь, кажется, еще стрелы были. Так, девочка, давай. До свидания. До свидания. Ты ее скинул? Да, я ее зафигарил. Я делал вид, что у меня нет лука, я ее, короче, зафигарил. Фух, наивная девочка. Так, что там у тебя? Два алмазных меча. Да, у тебя есть уже, да? Да, уже я тогда да. Выкидываю, блин, один ненужный, пусть валяется себе. Блин, блоки. Ладно, я тогда пойду копать, что ли. Сколько игроков стало? 6 человек еще осталось. Блин, если бы мы с тобой не вот напрыгали вот этих вот своих приключений прыгучих, было бы все отлично. Так, я нашел алмазную шапку. Отлично, я уже ближе к тому, я чтобы быть алмазным. Шапка. У тебя тоже есть, ничего себе. Вообще да. Законно, блин, с алмазными да. Шапками ходить в таком количестве. Так, а что, чтобы? Весь остров, блин, состоит из дурацких блоков. Так, нужно только под себя не копать. Это самое это главное. Печально, хотя бы копай, но осторожно. Мне бы сюда крипера, который бы все это дело взорвал. Потому что здесь копаться так не круто вообще. Так, нафиг это все, что здесь? Лаки. Так, у меня хотя бы кирка появилась нормальная. Так, это ну ты ладно. Ко мне строишься? Нет. Текстурочка. Нет. Так, стоп. Бежать на помощь, что ли? Да. Так, быстрее, бежать на помощь. Сейчас ну кто-то ко мне строился, потому что текстурки вижу чьи-то. Так, я с другой стороны, между прочим. Так, а ну, высунь хвост на улицу. Так, у меня появилось немножко блоков. Я могу к тебе постараться пройти в гости. Так, что мне? Вот так вот. Так, вижу так, кошачий хвост. Так, сейчас я к тебе расстроюсь. Пока я вроде бы тоже никого не вижу. Так, у меня блоки, блин, все разные. Так напрягает это. Так, быстрее. Там столько всего можно добыть, вообще кошмар просто. Где, на центре? Не на центре, а там на острове своем можно покопаться и кучу всякого добыть. Так, все, остров к тебе, все готово, короче. Давай тимиться, тебе правда, то, что нельзя. Тебе надо. Так, ладно, там держи, какой-то пацанчик. Держи. Мне, что мне нужно? Так, отлично, алмазы. Так, у меня древесина есть. Так, уходи, беги отсюда. Беги на мой остров, чтобы он не думал, что мы вместе. Еще какой-то вниз, рапорт на нас сделают.
Не, ну просто чтобы на нас не написали жалобу, что типа там бла-бла-бла. На самом деле кошка не воюет. Считайте, что я играю один. Потому что я один бегаю, а кошка так за мной хвостиком бегает. Она почти не сражается. Да. Так что, ну, кого-кого, нас Тимой назвать нереально. Из лука она стрелять не умеет. Да, как это не умеет? Ты мне дай лук. Дать тебе лук. Я тебе могу дать палочки и сделать тебе что-то такое полезное. Ладно, сейчас постараюсь сделать. За пацаном лучше посматривай. Так, что мне нужно? Мне нужно сделать кошке лук. Лук вот сейчас для кошки будет готов. Он что-то там делает, я не знаю, что он делает. Я Тима ему говорю. Тима? Че, издеваешься, что ли? На тебе лук, короче, его держи. Я его потом зафигаю. Я тебе дам немножко стрел. У тебя по эти стрелы так должны быть. Если есть лишнее, можешь меня обратно кинуть. Так, я постараюсь сейчас к нему идти. Так, парень, как насчет того, чтобы. Как насчет того, чтобы мы с тобой были друзьями или не друзьями, я не знаю. Можно в него пострелять? Нет, не стоит. Не нужно его агрить. А у него есть лук, интересно? Так, он стал так, чтобы меня скинуть. По-моему, у него есть возможность меня как-то скинуть. Так, мне нужно будет строиться к нему вот так вот вообще как-то. Блин, блоков я до хрена на это нужно. Очень-очень много блоков нужно. Так, кажется, он знает, он что-то удумал. Он что-то удумал, серьезно. Так, это поближе. Он с мечом. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Он, кажется, хочет меня скинуть, по-моему. Кажется, у него есть лук, и он об этом знает. Скажешь, когда мне стрелять? Не стреляй. Ты просто на него смотри. Я не знаю, что он там удумал, но кажется, у него есть лук. У него, кажется, есть лук. Он идет к тебе. Но он уже не строится ко мне, так что мне пофигу. Пока он ко мне не строится, мне пофигу. Так, аккуратненько. Боже мой, аккуратненько. Он стреляет луком! Я знал, что он будет стрелять. Я ж потому и начал строиться вот так вот по-хитрому. Я его стреляю. Да не стреляй его. Какашка он. Какашная какашка. Так, я здесь себе должен как-то сделать небольшую защиту, чтобы не упасть. Так, и здесь нужно бы тоже себе защиту сделать. Так, пум-пум-пум. Парень, это было больно. Ты знаешь, что это было больно? Яблоко одно есть, дать тебе? Не нужно. Точно? Я съедаю. Да кушай, только нафига тебе сейчас его есть? А, ну ладно, окей, потому что у меня нет жертвы вообще никакой. Так, у тебя есть стрелы? Сколько у тебя стрел? На, держи, у меня 8 последних. 8? Ну, блин, не нужно мне 8 последних. Подожди, я могу сделать стрелы, верстак. Тогда сделай стрелы, сделай. Я тогда постараюсь его зафигарить по-жесткому. Сейчас, подожди. Так, парень не знает о том, что у меня есть лук, я буду сейчас его фигарить за это. Так, парнишка, до свидос. Нет, я не могу, подожди, не могу. Парнишка, до свидос. Так, до свидания, до свидания. Так, он пока не хочет умираться. Ну же! Так, он ушел вниз, кошка, нужно как-то его контролить. Нужно так, что его мне делать, контролить. Ты? Не знаю, я он буду к пытаться идет. К нему строиться. Он с луком, Делерон. Блинская, ты какашка. Какашка, ты блинская. Я в него стреляю. Так, я тоже. Ай, ты что, в меня попала? Ты в меня попала. Ты в меня попала, я чуть не улетел из-за тебя. Яблоко дать тебе? Он что, сдох? Он, кажется, сдох. Я не знаю, почему, но он сдох. Он разбился или ты его добила? Там в чатике вроде что написалось. Да, он фларма. Короче, его ник и крестики. Офигеть. Это круто? Да, блин, ты меня чуть не убила, если что. Я уже все, я к нему простроился. Так, убрать это, чтобы кошка не убилась. Ну Делерон. Так что, я убрал лишний блок, чтобы ты не убилась. Не буду тебе ловушки делать. Фух. Ловушки для хрушки. У него есть стрелы, кстати. Так, у него здесь что-то полезное, вроде бы нету вообще ничего полезного. Так, мусор. Алмазный меч у тебя есть, правильно? Да, H2. Так, что тебе нужно из брони? Стрелы. А, на, держи, одевайся. У меня такое не надо. У тебя такое надо как раз. Так, это нафиг. Стрел пока я тебе не дам. Так, штанов для тебя у меня тоже нету. Так, лопата. Так, кому нам нужна гусь, подъедите лопаты. Лук я тебе уже давал. Так, это мусор. Еда у тебя есть? Мусор. У меня еды. Ну, так, немного. Есть морковки. Я тебе морковки дам. Морковку тебе одну дать? Золото. Хорошо. Ты вообще зря золото яблоко кушала на самом деле. Я не кушала его. А, не кушала? Отлично. Тогда на, держи тебе кошка вот это вот фигню, вот эту фигню. Фу, это ты мне желудок дал. Какой желудок, блин, это крольчатина, ты чё? Игроков осталось, кстати, трое. И есть вариант, что где-то там находится вражина наша. Так, шляпа. У тебя шляпа нормальная? Да, вот а вон вражина, ты видишь, вот где ты я нашла стою? Кого-то? Прямо, да, прямо он строится. Видишь? Так, а ну покажи. Вон, куда? Прямо. А, вижу, все, я пошел к нему. А так, я тоже? Так, аккуратненько. Да, пошли. Я боюсь. Ну, блин, надо, кошка. Надобно. Я так высоты боюсь. Да я сам боюсь высоты, что делать? Так, я, может быть, где-то добуду себе что-то. Не, в жизни как-то не так. Так, алмазов у меня есть целый один.
Так, вижу этого пацанчика. Так, нужно где-то здесь зашкириться. Так. А ты не хочешь идти прямо? Не, у меня более коварный план. Блин, недостаточно коварный, чувствую. Мне нужно скажи, как-то сбоку простроиться. Сейчас, погоди. Мне здесь кое-что сделать нужно. Перышко у тебя есть? Перышко? Нет, у меня нет перышка. Слушай, может, к нему пройдем? Он вниз пошел копаться или нет? Да, он что-то внизу. Я делаю просто смотровую башенку, откуда можно будет его забабахать. Или это девочка, это не знаю. Остался он и мы, все, больше никого. Да. Дам тебе возможность сегодня меня зафигарить, если мы до финала дойдем. Не надо, давай по-честному, я не люблю. Да нет, ты сама иногда меня больно фигаришь, между прочим. Так, все, я себе домик построил. Если он будет на меня идти, я его здесь зафигачу. Так, я тебе сейчас помогу сделать вот еще одну. Не, подожди, вот так, дырочку оставь. Так, я его вижу. Так, тихо. Ты идешь к нему, и мне к тебе идти, да, с тобой? Не знаю. Так, там девочка какая-то очень опасная. Машет своим луком. Кажется, я вернулся вообще на свой остров, либо чей-то остров. Может, это мой. Так, эндерперла у тебя нет случайно? Нет. Не показывай лук, не показывай лук, не показывай лук, не показывай, что у нас есть лук. Понял? Не показывай. Да. Если что, отбегаем. Вообще убеги отсюда, уйди на тот остров и стой в той маленькой норке. Чего думаешь, так? Ну, пусть так лучше будет. Я думаю, что это лучше его как-то выманивать. Так, что у меня по блокам? Это вот блоки. Так, надо от мусора избавиться. Так, мусор. Что у меня еще мусора? Мусор. Это мне, по идее, все не понадобится. Так, пусть он все думает. Ай. Он стреляет, да? Да, мне решил зафигарить вообще. Может, пойти покопаться себе где-то? У него лук. Так, я, наверное, может быть, прикину, что я пошел копаться где-то или как? Я скажу тебе, я смотрю за ним. Смотришь? Ну, он и к тебе направляется. Да я хочу, чтобы он ко мне в гости пришел. Давай, парень, давай, я хочу к тебе построиться. Только мне нужно будет успеть отсюда стреляет, убежать. Стреляет, да стреляет. Я уже понял. Он какашка такая, которая стреляет. Так, нафиг. Пожалуйста, только не умирай, не оставляй меня с ним наедине. Честно? Точно, да. Точно? Лучше ты меня убьешь, чем он меня убьет. Это будет справедливее. Мне тебе жалко убивать, пусть лучше он меня убьет. Нет, не надо. Подожди, ну может к тебе прийти, что я тут как бурулька одна сижу? Нельзя играть Тимой. Ты создаешь видимость, что я умеешь играть. Я сама по себе. Ты создаешь видимость, что умеешь играть. Все, я построил свой дом. Так, я хочу к тебе. Мне весело в нем. Так, у меня еще земля есть. Парень, видишь, у меня есть земля, я опасен. Ну, просто нормально так одет, и в равной ПВП я могу и не втащить, хотя... Что это было? Не знаю, какие-то звуки странные. Так, я вроде бы спалил свой лук, или не спалил я свой лук. Так, пум-пум. Так, эта фигня мне не нравится. Он стреляет, нет? Да, вроде бы нет. Он тоже боится ко мне строиться, так что я... Я, пока... может, сейчас напишу гоу. Что гоу? Типа гоу-гоу. Давай, стройся, блин, какашка. Ай. Видишь, блин, ты какашка. Какашка. Он строится? Не, он какашка. 16 минут до окончания игры осталось. Да у нас есть время. 178 секунд. Он какашка. Так, аккуратненько. Так, не поставился блок. Аккуратненько. Мне взорвать, кажется, хочет. Блин, он взорвал все. Так, я знаю, что можно сделать. На этой кантри, на этой карте же есть центр. Короче, я ухожу к тебе, и мы сейчас с тобой идем строиться к центру. Так, или, блин, дать тебе задание, что ты к центру строился. Есть какие-то блоки? Не. Блоки, нету. Блоки. Нету блоков? Так, я его отсюда вижу. А то есть ты его замочишь, и все. Так, ты стой тогда вот здесь, вот в скворечнике. Окей. Блин. Мне просто к центру бы простроиться было бы шикарно. У тебя есть стрелы? Да, 9 штук. 9 штук, ну отлично. Так, я вижу его. Он не простроился, он сидит в своем скворечнике. Если что, убегай ко мне. Понял? А где ты? Ну, я много островов в другую сторону. Я просто хочу отсюда к центру простроиться. Он меня, по идее, отсюда нифига никогда не убьет. Где-то какие-то зомбакиры. Так, он тоже, по-моему, уходит куда-то. Уходит или что-то делает такое? Он на этом, на дорожке стоит. Я не думаю, что он меня отсюда зафигарит. Я просто хочу на центр пойти залутаться. Он, походу, ко мне сейчас придет. Думаешь? Ну, если что, я, в общем... Так, у меня слишком мало блоков, чтобы что-то вообще сделать. О, блин, блоки. Сколько у меня блоков? Нет, может, все-таки хватит. У меня 28, оказывается. Mm-hmm. Всего лишь.
И все это время ты об этом знала? Так, как я уже ближе к центру. У меня, кстати, плюс одно сердечко к здоровью есть. Нифига себе. Да, так ну, что я кошка. А кстати, он ушел по тропинке, он уходит. Он куда уходит. Ты уходит? Да, по часовой стрелке влево от меня. А-а-а. Это противоположная от тебя сторона. Да, да, да. Тут как бы без вариантов. Если он куда-то уходит, то он уходит туда, где. Он строится к тебе. Давай я его солью с лука, пожалуйста. Так попробуй, если сможешь, то давай. А, я вижу, 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 вижу. Так, а ну-ка, парень, кажется, он не знает о том, что у меня есть лук. А куда он делся? А, он встал на эту фигню. Все, я понял тебя. Так, а ну-ка, до свидания. Фигарево. Давай, дохни. Так, где разве что должно быть офигенное? Сундук откроется через там сколько-то времени. Он защурился, животное. Я его вижу. Так, я его вижу. Что он там будет делать вообще? Так, стрел у меня не так-то уж и много. Я не смогу, у меня тоже вообще нет стрел. 4 стрелы осталось. Тогда не стреляй. Так, я, возможно, пойду. Уровней у меня нифига нету. Какашки. Он строится, что-то хочет сделать. Если он будет вылезать, то говори. Я хочу найти хотя бы возможность хоть немножко зачарить себе лук, что он ли. Он себе какой-то купол делает. Купол? Да. Будет там жить? Наверное. Так, блин, я здесь нигде не вижу ни одного уровня вообще, чтобы можно было зачариться. Я уже даже потерял то место, где он вообще сидит. Вон стреляет в тебя. А я вижу. Только что получил от него стрелу. Так, давай, парень, мне нужно больше стрел. Я вот возьму даже морковку, съем по этому поводу. Не стреляй на него, не трать стрелы. Он вылез. Видишь, ты стреляешь по нему и даришь ему стрелы. Так, а ну-ка, да, какашка, получай. Получай, какашка. Получай. Получай. Все, у меня стрел получай. Нету больше. Так, я его вроде бы попадаю. Блин, у меня ни зелий нет, нифига нет. Так, сундук открылся. В сундуке у нас зелье, яблочки, немножко динамита, отлично. Я получил ресурсы, которые мне были так нужны. Ну, это, правда, не отравление, но все равно прикольно. Так, что там так делает? Это нафиг, это ближе. Перья из чего-то можно сделать или они никак не делают? Из кур, только из кур. Из курочков. Нет, я, кстати, вниз пойду посмотрю, да? Ну, давай, делай мне что-то. Мне надо перья. Так, мне нужно к нему, может, простроиться как-то немножко. Пец, тут вообще ничего нету. Так, до свидания, ходим. Ну, кажется, мне решил спалить. Так, слышишь, ты... перья, представляешь, эти стрелы. Ты ж там можешь добывать разные блоки и там всякое получать. Да. Я не попал в него? Да ладно, не попал, ты издеваешься? О, он меня тупо троллирует. Блин, с этой какашкой я сейчас сбоку стану вообще. Давай, парень, ты должен умереть. Умирайся. Ой, умирайся. Боже мой. Блин, он какую-то ауру там активировал. Что ты там делаешь? Тебя крипер пытается взорвать? Да. Так, попал. У меня 14 стрел просто осталось. Мне это все не радует. Попал. 14. Это плохо. Не попал. Стрелы летят как хотят вообще. Все, я стрел надыбала. Сколько штук? 24. Все, я иду к тебе. Фигарево, у меня 8 стрел осталось. Я бы хотел их сохранить как память о том, что я дошел до центра. Блинский блинчик. Пойду я копаться, что ли? Потому что у меня вообще почти нифига полезного здесь нет. Сейчас он как вылезет на меня, как кинется вообще. Как дикий просто. Ну, может кинуться. Чё бы нет. Скорее всего, может. Мне хотя бы камни все добуду. У меня ни ресурсов, нифига нет вообще. Так, надо добыть. Ты на него смотришь или как? Нет, сейчас. Как это нет? Я тут, понимаешь ли, хожу. Так, я смотрю на него. Что он там все думает? Да он купол сделал себе, который наверху. Ну, отлично. Так, я походу, все еще ничего не нашел. Мне кажется, у него стрелы закончились. Но он моих стрел-то нормально пособирал, так не что не верим. Не стрелять в него? У меня есть 24 стрелы. Ну, я не знаю даже. Я пытаюсь где-то здесь поблизости найти хотя бы какой-то блок, чего-нибудь полезного, но все еще нет. Все еще пока ничего. Ох, блин, у тебя есть какие-то уровня? 7. 7 уровней. Ох, как же ты мне нужна здесь. Так, это нифига не ломается. Я пока до тебя дойду, я умру. Ну, не исключено. Я вот смотрю, он пока 10 минут остался. Это будет очень длинный бой. Да. Мне еще кошку нужно будет потом как-то убивать. Эти кошки. Так. Слушай, на центре вроде никаких рут нету, либо я их плохо ищу. Так, фигня всякая, уходи. Где он там? Где этот человек-скворечник? Да он просто тупо стоит. Человек-скворечник,
Не да. вижу, не вижу, не вижу. Так, он вижу. Замуровался. У меня просто осталось 8 стрел, я не знаю, что мне делать. Сундук откроется через 13 секунд. Если там что-то будет офигенное, то отлично. Если ничего, то печалька. То ты придешь ко мне, у меня там, может, еще стрелы есть. Мне отсюда вернуться будет очень тяжело. Просто очень-очень-очень тяжело. Так, сундук открылся, 10 стрел. А, зелье яда, отлично. О. Это то, что мне нужно. А у меня тоже есть, вот это пуша. У тебя зелье яда тоже есть? У меня динамита дофигища. Две штуки. Дофигища, дофигища. Так, вот так вот. И 4 алмаза. А что я могу за 4 алмаза сделать? По ножи, да? Ну, можешь, по идее. Так, как-то бы мне к нему простроиться, что ли, по-хитрому, чтобы меня не зафигарил. Так, наверное, буду пытаться я к нему простроиться. Так, я надеюсь, что это в его же интересах, мне не фигарить только. Так, парень, не фигарь меня. Давай, не фигарь. Нет, не фигарь меня, парень. Нет, не смей меня фигарить. У него лук на стрёме, держись. Да я понял, что у него лук на стрёме, блин, не то делаю. Так, уйди, приди. Что ты смотришь на меня? Девочка или мальчик? Кто ты там? Не знаю. Наверное, не смотри мальчик. На меня так. Потому что для девочки не. Для мальчика... Ставь себе блок. Сейчас он натягивает свою... О, стреляет! Да я выживу пока. Это не так больно, как могло бы быть. Ты ладно, это было больно. Ты мани его, мани. Да я собираю его стрелы. У меня как раз именно такой план. К нему подойти поближе. Так, аккуратненько. Здесь нужно бы блок поставить вообще. Ай, это было больно. Ты какашка. Какашка, ты по мне больно стреляешь, знаешь? Он по мне собирается так, стрелять. Он пытается что-то делать непонятное. По тебе он не стреляет, но он пытается что-то здесь делать такое страшное. Так, надо простроиться. Что ты смотришь на меня? Уходи. Так, стреляет. Да я вижу, давай, пытаюсь скинь его зафигарить. Скинь. Да у меня стрел мало очень. Мало. И мои стрелы ему тоже достаются, между прочим. Так, нафиг. Так, надо вот так вот еще поставить. Так, а ну-ка, пум. Пум-пум. Давай, это запрыгивай нечестно. Ко мне. Ну, ему как бы тоже одному нечестно против нас двоих, хотя мы по очереди нападаем. Ай. Блин, так, какашный ты. Так, сейчас я хоть еще на расстрел сделаю себе. Стрелы? Давай, делай себе стрелы. Да давай, слезай, парень. Давай, или девочка. Получай. Получай. 15 стрел осталось. Да, давай. Давай. Ну, блин. Я уже близок к тому, чтобы навалять ему. Или нет. Или не знаю. Так, уходи. Я уходи. Себе взяла перышко. Что ты там себе удумал? Так, а ну, получай. Получай. Блин, хочу тебя скинуть вообще. 8 стрел осталось. А-а-а. Блин. Ладно, хорошо. Я его стрелы тоже собираю. Это тоже все очень хорошо. Так, не смей меня скидывать. У меня 30 стрел. Сейчас я попытаюсь. Не смей меня скидывать. Он на самой верхушке. Может, мне тоже да на верхушку вижу. Идти? Да не нужно. Его просто нужно как-то взять и зафигарить. Так, ежик. Блин, дурацкий ежик. Бессмертный дурацкий ежик. Может быть, сделать себе вообще с крыши? Мне блоков не хватит. Блин, так блоки нужны. Ты не представляешь. Сколько там у него хп вообще? Получай. Сейчас я его солью. Получай. Блинчик. Полублинчик. Так, мне нужно еще немножко к нему простроиться. Он, по идее, меня сейчас не сможет скинуть. Так, контроль его, чтобы меня не зафигарил. Ай-яй, отходим. Так, отходим. Так, парень, 6 стрел осталось. Блин, где мои блоки? Вот мои блоки. У меня есть просто один коварный план. Ну, с реализацией могу напортачить. Так, жатва пока не нужна. Это сюда. Так, хочу взорвать его просто. Ворваться и взорвать его. Ну, я не знаю. Варианты. Сколько времени осталось? 6 времени минут. Времени осталось 6 минут. Ну, успеем что-то сделать за эти 6 минут, наверное. Фу, блин. Ты вообще попадаешь в него или так да, просто фигаришь? Да, попадаю. Получай. О, получай. Попал. Так, надо врываться в него. Попало. Так, сейчас фигариваю, я пока буду подходить к нему поближе. Так, я подхожу. А ты фигарь в него, если что. Так, я уже здесь. Так, сейчас нужно кое-что сделать. Я его скинула, походу, да? Да, куда ты его скидывала? Кажется, он умерся, что ли? Сейчас кажется, он умер. Или где он? Да, по-моему... Да, он сдох. Офигеть. Я его скинула, в общем. Офигеть, ты его скинула. Так, у меня 10 стрел лежало. Блин, теперь эти кошки. У меня 4 стрелы. Давай строиться. Подожди, нет, ты иди ко мне, а я пока залутаюсь. Залутаешься? Вообще офигевшая. Я помогла тебе его вообще убить. Так, ты хотя бы в какую сторону находишься? Так, ты в сторону вот этого домика. Ага, я тебя вижу. Блин, у меня блоков безумно два мало. Два сердца сверху, вау. Ты офигевшая? Нет. У меня блоков нету. У меня тупо нету блоков.
Мне тебе нужно чем-то фигарить. Чем я тебе фигарить? Так, надо дерево хотя бы собрать. Соберу дерево. Сейчас на эту кошку нападать как-то нужно. Кошка все слышит, между прочим. Так. Да, так, давай, давай, давай. Сейчас мы тебя зафигарим, котяра. Блин. Стрел. Слушай, а раньше писалось то, что тимиться нельзя или как? Я не знаю, где ты это писалось, где ты это вообще вычитал. Ну, там сейчас вот вроде бы пишется, типа, то, что вот не тимится, когда ты начинаешь играть. Раньше вроде бы такой фигни не было. Как бы здесь довольно-таки дофига команд, и как бы, а чё бы не тимиться? Почему нет? Ну да. Обычно на Skywars'е все играют тимами. Почему бы здесь не потимиться? Так, вот именно, ну-ка. Почему? Почему бы и нет? Блин. Так, сейчас ловить блоки, ловись. Так, аккуратненько, аккуратненько. Мне нужно еще один блок где-то взять, тогда, может, тебя возьму. Так, блок, иди сюда. Так, сейчас мы поставим тебя вот сюда. Смогу ли я сюда залезть? Ну, пум, отлично, все, я у кошки в гостях. Тихо, подожди. Ну, Делерон, подожди. Что? Я жду. Что, офигевшая, что ли? Я вот этого, получается, ждал. Котяра, блин, все, я спрыгну вообще отсюда. Допустим, наставь внимание, Маш, ты не сказал такое. О, ты постоянно на меня нападаешь втихаря. Да ладно, хорошо, в следующий раз будет все по-честному. Согласна? Да. В следующий раз ты на меня нападешь. Ты меня просто отравила в прошлый раз, ты на меня просто кинулась втихаря. Это было бы, по-твоему, честно. Сейчас я тебе сделаю нечестно. Ты вечно на меня нападаешь. Ладно, в общем, спасибо за то, что вы нас смотрели, для вас играли, комментировали Делерон и мини-кошка. Там надеются на то, что нас забанят, я вижу в чатике написано. Надеюсь, нас не забанят. Ладно, в общем, до скорых встреч. Если ролики по этому режиму выходить больше не будут, то, скорее всего, нас забанили. Такая же самая фигня была на Бенварсе. Долго не выкладывали ролики, потому что нас там забанили, когда мы играли в режиме «Каждый сам за себя» и затимились. В общем, надеемся на лучшее. В общем, всем пока-пока. Йоу, пока.